Так, клип Так. группы Бел... Хью. Би Бел... Хью, А наверное. может не группа, может и персонаж один. Может быть, но я не знаю. Дежавю Present. Бенс Хью. Кто это Би Хью? Би Хью? Он сам, получается, и композитор, может, и текст написал. Он все написал. А может, и аранжировку, и все. Я не знаю. Би Хью. Блин, почему эти все исполнители должны быть связаны с BTS? Или Би Хью. Есть же куча разных исполнителей. Ну, ты еще сам написал. И красава! Музыку. Молодец. Сейчас посмотрим, как, насколько это хорошо. Похоже, пока, когда чуваки, знаешь, на рэйве на концертах тоже так скачут иногда. Слушай, прикольно, я обычно, знаешь, привыкла, что клипы кей-поп такие очень яркие, красочные, такие максимально миленькие. Ну, вот как вот BTS, я видела там клип, там какую песню Butter. Еще подожди, там какие-то... помнишь, что BTS тоже был какой-то чувак, который рэп делал, и вроде тоже да. вышел из группы и сам там начал делать. А я не знаю, мы с тобой не следим. Ну, ну так не обязательно, там же очень много в кей-попе, да. очень много разных исполнителей в совершенно разных жанрах. Я так понимаю, тут именно рэп, наверное, да? Ну да. Это Нига. Они там все в труселях или нет? Да, может, без трусов? Не, вроде все в трусах. Ну, по-моему, все было снято на ипподроме где-то. Вот бы сейчас знать, что он, да, что он там хотел сказать нам. Да. Здесь же нет, нет. русских. Нет, тут же английских нету. Потому что на корейском. Возможно, со ставками. Нам только придется гадать, что он хотел этим сказать. Давай мы с тобой сейчас будем предполагать, что Давай. Хотел сказать. Подожди, подожди, ты еще не все. Но по звукам мне нравится. По звучанию? Звучит хорошо. А, он сам все делал. Титры. Ого. Титры, где он сидит? Ну, давай пока титры, как раз заодно обсудим. Давай. Давай. Короче, как ты думаешь, про что была песня? Я думаю про Get the Body the Day. Вот про это. Нет, давай подумаем. Смотри, там вначале была какая-то цитата из Библии на английском. Было да. написано какой-то стих второй. Ну, нажми вот вначале, давай посмотрим. На английском сейчас, было написано. Сейчас, в конце ничего не будет больше? Не, у него флаг даже до конца сгорел. Вот смотри, а вначале. Чей флаг, кстати, был? Что за флаг? Просто белый флаг. Скажи, что-то было грязь какая-то нарисована. Нет, просто белый флаг, да, по-моему, просто белый флаг. Вот смотри, вначале была какая-то цитата из Библии. Вот сейчас будет. Сейчас, это компания. Убивай. Вот. Для королевства Бога не имеет значения, не имеет значения разговорить, но силе, что Коринфянцы 4:20. Такое. Может, не Библия, ничего. Ну что, что-то мне кажется, что-то откуда где-то там что-то. Не знаю, короче. Про что клип? Сейчас подумаю, подожди. Клип про людей и лошадей. Людей? Лошади, вы так же какие же. Или, может, лошади Нет. настолько слабы, как люди? Лошади не слабы. Или люди настолько сильны стали, как лошади? Нет. Возможно, их используют Или, как лошадей. Да, используют как лошадей. Бесконечная работа. И вот эти вот люди работа. Безликие. Это, короче, все вот уборщики на низкооплачиваемый, низкалифицированный труд. Хватит, давай, хватит это терпеть. И оно убирает говно за этими лошадьми. Давайте Он сжигать. Говорит, давайте, наконец-то, поднимем экологию. Не будем использовать говно лошадей, будем убирать за ними. Говно лошадей используется, это и есть поднятие экологии.
Чтобы не было выброса. Да, 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 будем убирать просто его, чтобы все было хорошо, чтобы озоновый слой не нарушать, чтобы не было парникового эффекта. Слушай, я думаю, нет. Я думаю, что было такое? Я думаю, тут что-то именно про людей. Про людей как рабы, что ли, люди такие, какой-то замкнутый круг их жизни, что они вот ходят куда-то, не знаешь, показывают, они в конюшнях стоят, такие запертые, обнаженные, пытаются вылезти из этого. Возможно, это какая-то аналогия на какой-то из кругов ада. Ну, они были в трусиках. Ну, понятно, потому что цензура. Как да. Тебе будут с голыми печенами бегать, что тебе, игра престолов, что ли? Можно жопкой повернуться. Да ладно, тут нельзя, это как бы корейское телевидение. Блин, ну сложно потом все это замазать, мало ли там что проскочит, знаешь, там туда-сюда, не надо. Думаешь, такое большое все? Я не знаю, я не смотрела. Проскочить? Я не знаю, я не рассматривала. Короче, случайно. Ладно. Короче, ладно, я не знаю про что песня, я просто предположила. Ну, мне кажется, что, знаешь, клип на самом деле может быть с текстом песни вообще никак не связан. Может, конечно. Такое часто бывает. Но песня у меня хорошая. По звучанию прикольно. По звучанию прикольно, да. Классно.